Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот большая гора посылок. Их здесь 34 штуки. Прорвало почту. Это посылки, которые в ноябре заходили на таможню, трекались на таможне и исчезали, больше нигде не появляясь. Сейчас вот они все пришли. Давайте мы их полностью все распакуем по очереди и по очереди посмотрим на каждый товар. Некоторые товары здесь могут повторяться, некоторые товары здесь уже рассматривались у нас, поэтому мы на них останавливаться не будем, а просто в виде распаковки. Ну или если кто-то не смотрел более детальные на них распаковки, может посмотреть отдельно в моих видео. Давайте все по очереди распакуем. Сейчас мы посмотрим на сумку Xiaomi с магазина JD и потом будем немножко приблизим и будем все остальное рассматривать. Вот сумка Xiaomi. Вот отличная сумка, кстати, очень бомбовая. Я ей хожу с удовольствием, и вот надо было родственнику купить. Вот попросили и мы купили. Сейчас я как бы все мы уже смотрели, уже распаковывали. Вот, я с ней хожу уже несколько месяцев. У меня здесь, вот, здесь в одном кармане сумка, которая раскладная, да, для того, чтобы собирать посылки с почты. Это шоколадки. Вот, здесь ручка Xiaomi, кошелечек. В кармашке здесь у меня фонарик и ножичек, ну и таблетки там. Цитрамончик, вот. И вот, вот так выглядит. Ну и в переднем кармане у меня ключи хранятся. Вот отлично, вот такая вот сумка. Вот, я ей с удовольствием пользуюсь через плечо. Она, ну реально, она очень бомбовая. Мне очень нравится. Вот, и пришла точно такая же сумка с точно того же магазина. Покупал я эту уже, по-моему, за 9,99. Была акция распродажа или 8,99. Да, была 9,99 распродажа, по-моему, и 1 доллар была скидка для от 9 долларов. Получилось 8,99. Вот, бомба вообще. Сумку отложил, и вот давайте еще забыл распаковать вот эту штуку. Не знаю, что это. Сейчас будем смотреть. Вроде бы все мы разрезали, распаковали, то есть теперь можно переходить к просмотру, что и к чему. Итак, вот это вот силиконовый коврик типа якобы для мышки. Давайте посмотрим на него. Я заказываю вот два. Такой тонкий, мягкий. Сейчас прилип он. Как минимум по столу ерзать не будет, но он маловат. То есть, как бы для моей руки мне нужно два коврика, и поэтому было куплено вот два идентичных коврика. Причем
Этот, по-моему, больше или нет? Нет, идентичные. Хорошо, он прилипает вот ко всему, липнет, можно сказать. И, значит, по столу ерзать не будет. Немного он прозрачный, но качеством я очень доволен. То есть, неплохое качество. И можно будет заменить тот коврик, который сейчас у меня находится. Вот, ну, реально прикольная резина. Вот, давайте отложим пока. Вот, два штучки я заказал. Немножко приблизил камеру. Далее, вот давайте сразу, раз уже ковриками начали, вот, будем здесь откладывать то, что мы посмотрели. И сразу второй коврик. Этот бестолковый коврик. И я сразу скажу, что я его взял чисто для подставки под кофе. Из нее можно вырезать вот эту вот штуку, и она отличная подставка под кофе. Как коврик для мышки он не годится, потому что ты когда, она, ну, не прилипает, ты когда ездишь мышкой по нему, она ездит вместе с тобой, вместе с твоей мышкой, естественно, мышка никак не управляется. Вот, он бестолковый, как коврик для мышки, а вот и как подставка для кофе идеально подходит, и мое кофе стоит на такой же подставке. Я специально на распродаже взял еще один, чтобы у меня была еще одна подставка на второй стол. Вот, откладываем. А вот этот вот коврик, он мне понравился, и он не будет соваться по столу. Единственное, что он маловат, и поэтому, ну, разве что вот так, но тоже он маловат. И поэтому взял два штучки, они вот так у меня будут на столе лежать, как полноценный большой один коврик. Вот. Так, давайте дальше, поехали. Что это? Давайте, наверное, пробежимся быстренько. Вот эта вот штука, это НЛО якобы, то есть смысл в чем, мы складываем эту тарелку, есть такая черная ниточка здесь идет в комплекте, она тонкая-тонкая, как волосок, уже в обзорах у меня было, я складывал и делал эту магию уличную, вот. И я купил еще одну штучку подарить племянницам. Я ее распаковывать не буду, потому что мы уже ее распаковывали, смотрели. Вот, сразу отложу, будет это ж подарок. Вот, дальше. Вот эта вот штука, это переходник с AliExpress. Это, по-моему, с Games было. Коврики мышиные были с GearBest. Вот, это вот такой вот простой, обычный для прикуривателя. Вот такой вот штук. Не знаю, как его правильно назвать. Вот. Заказывали мы для друга его вот эту штуку. И еще сейчас покажу сразу. Вот. Вот эти вот два должно быть. Вот. Это преобразователь с 5 на 12 вольт. То есть, я так понимаю, тоже с Алиэкспресса. Вот эта штука и вот эта ему нужна одна. А вторую я купил себе, потому что у меня есть несколько гирлянд, ну не гирлянд, а лент, LED-лент, и как бы, но батарей, ну, питания для них нету, и поэтому я взял один преобразователь, потом попробую припаять и отдельным видео уже сделаю, как это будет выглядеть и работает ли оно вообще. Ну, вот так вот это выглядит платка, давайте я одну из пакета достану. И мы ближе посмотрим. То есть он покупал себе, ему одна всего нужна была. И я себе взял вот тоже, потому что у меня есть куда их применить. Единственное, что я пока недопонимаю, как это работает, но думаю, я разберусь. Вот, две штуки их у нас есть. Так, это было с AliExpress. Далее, вот эти вот фонарики. Фонарики давайте тоже отложим в один отдельный угол. Очень много. И побежим. Так, это пакетик с чего он? Что из него выпало? Ага, вот. Вот эта штука из него выпала. Вот. Далее. Помните, очень много было акций на эту штуку. И причем в разных абсолютно магазинах. Открывачка в виде летающей тарелки. Чи как ее там? Корабль из Звездных войн. Вот он так выглядит. Не магнитный, но металл такой, я не знаю, как бы. Хотя вроде крепкая, но она такая тонкая, вот, что я не думаю, что если пару бутылок пива ей открыть, кажется мне, что она сломается. Вот, но у меня нету с собой ничего, чтобы проверить ее.
Вот, ну, в принципе, вот так она выглядит. Кому интересно, но она очень тонкая. Вот, в принципе, одну штучку я взял попробовать. Вот, посмотрели на нее. Давайте пошли дальше. Дальше, наушники ППБ. Про них обзоров уже очень много. Я заказывал еще, наверное, в конце октября. Была распродажа, и я их реально накупил. Вот две штуки, и еще три должно идти отдельно. Идет в комплекте сами наушники, зарядка к ним, амбушюрки. Вот, наушники вот такие. Это реально из данного ценового диапазона самые лучшие наушники, которые я встречал. И звук неплохой, и держат хорошо батарею, и они удобные, то есть они из ушей не выпадают, они мне очень понравились, поэтому я их заказал несколько штук для того, чтобы были, потому что хорошая вещь, пока не распродали, потому что вот как, допустим, с батарейками Xiaomi, помните, ситуация была ZMI, или как они, ZMI, батарейки, которые аккумуляторные, я помню, были, их никто не покупал, потом, когда они исчезли с рынка, их начали тарить, ну их как бы сейчас реально купить, но очень дорого, а когда они были по просовой цене, никто их не брал, пока не распробовали, ну естественно потом они одним моментом исчезли все с рынка, и сейчас они дорого очень стоят, ну вот тоже я как бы перестраховался, накупил себе вот этих супербасов, это можно, допустим, и подарить кому-то, и себе на запас по-любому они должны быть, потому что это, ну, реально мне очень нравится. Качество звучания у них, конечно, ну, не супер, но довольно-таки неплохое, и учитывая стоимость, это реально, то есть, ну, стоимость их, она намного меньше, чем качество этих наушников. Вот, пошли дальше. Ну, вот такие переходники сейчас все больше в Type-C уже заходит, как бы, и все больше устройств на Type-C. Естественно, я купил еще переходников, потому что проводов с micro-USB очень много, а с Type-C еще немного. И, допустим, я купил несколько сейчас вот кабелей. Вот, допустим, где-то здесь был только что мелькал кабель. Вот, он тоже, по-моему, вот он, нет, это Type-C, это я уже опомнился и начал заказывать понемногу Type-C, давайте сразу его и откроем. Вот, порвался сразу пакет, когда я его открывал. Такой плетеный кабель, очень мягкое плетение, а, это магнитный кабель, вот, магнитный кабель, это для родственника и Type-C, для того, чтобы заряжать телефон. Сейчас мы к нему в конце вернемся. Вот, попробуем замерить у него, сколько он выдает. У меня телефон не разряжен, то есть заряд у него, наверное, 80%, но я думаю, этого будет достаточно. Посмотреть, сколько выдает этот кабель. Пока его отложим в другую сторону. Вот, что-то там, то ли 10 центов, то ли что-то, 3 штучки стоили, и я взял сразу 2 наборчика. Переходнички пригодятся, как минимум, раздать родственникам. Вот, в один пакетик я их запакую. Так, кабель мы отложим пока. Далее, давайте вот эти вот фонарики. Фонарики отличные, они для велосипеда, велобега. Ну, я ребенку покупал для велобега. И когда пришел первый фонарь, я его распробовал. Они водонепроницаемые, отличные вообще и по качеству, по всему. То есть они мне очень понравились, эти фонарики. И поэтому я их еще накупил. В обзорах очень много есть уже распаковок с ними, где мы все протестировали, поэтому я этот вытягивать не буду, они как запасные у меня куплены, чтобы были запасные. Вот два штучки, это я на GearBest'е покупал, не помню, по-моему, 99 центов была распродажа, 70 центов получились, то есть флешсейл был 99 центов. Так, отложили. Далее вот такие вот штуки, это из магазина Banggood, зеркальная пленка, давайте посмотрим на нее. Вот такая, с отражением, но сейчас это покрытие синее, да, то есть мы наклеиваем, я так понимаю. Вот она клеится, эта пленка, а потом снимается синее покрытие, то есть лепится на стену, вот здесь вот липкая штука. Вот, а потом снимается вот такая вот пленочка, снимается, и получается зеркальная штука. Видите, отражение
Ну, из-за того, что искривлена эта бумажка, оно не очень, но давайте попробую поровнее ее держать. Вот. Видите, зеркальная, и меня прекрасно видно в ней. Вот. Покупалась, по-моему, на Banggood. В описании будет ссылка на эту штуку. Сколько их здесь у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать штук. И размер у них 15 сантиметров на 15. То есть 16 штук, 15 на 15 сантиметров. Вот, классная штука, ее на стену куда-то прилепить, вот, где нужно, допустим, чтобы зеркало было, и вместо зеркала можно использовать. Далее, Дед Мороз, ну, немного он опоздал, вот такое вот украшение, это украшение, вот. А, это просто не на бутылку, это просто украшение, которое подвешивается, можно на елку повесить или куда-то, вот такой вот Дедушка Морозик. Носик у него на носике красная штука была. Вот у него глазки. А ну смотри в глаза. Вот. Классный, очень приятный на ощупь. Сделан из такого... Не знаю, как его назвать. Вот, поближе. Не шерсть, а... Ну, в общем, классно сделан. Вот. Сапожки его. Вот такой вот дедушка. Поехали дальше. Дальше давайте зубные щетки. Раз, два. Это зубные щетки Xiaomi. Они, видите, теперь идут не в контейнерах, как пластиковые, как продавались изначально, а вот в отдельных, каждая в отдельной штучке. То есть вот их 6 штук. Классные эти зубочистки. Они качества хорошего, ну, классного качества. И они мягкие. И, ну, классные. Мне очень понравились, поэтому взял еще вот несколько штук. 6 штук получается, вот. По 3. Были там тоже по акциям, получается. Я, видать, чтобы была бесплатная, наверное. А, нет, если это все пришло долго, значит, я сэкономил на доставке, получается. Вот. Заказал, наверное, было по акции, что не более 3 штук. Или я не знаю, почему я по 3 штучки их заказал. Ну, вот 6 штучек я заказал, они пришли. Далее, давайте посмотрим вот штангенциркуль. Штангенциркуль классный вообще, я смотрю. В контейнере мы покупали. Это я покупал за 2 или 3 доллара. Вот, и мы покупали более дорогой для моего друга. И он, мне кажется, классное качество. Это не металл. Так, это мы вытягиваем сразу. Это мне не нужно. Стрелочка здесь, защита для батарейки была. То есть, я так понимаю, я ее вытянул. Вот здесь, наверное, батарейка. Да, вот батарейка. Так, здесь... Очень мне нравится качество. Хорошее качество. Так, здесь у нас... Что это такое? Вот, тоже я не знаю, для чего это. Сюда можно что-то подключить, но я не знаю, что сюда можно подключить. Штангенциркуль купил себе вот для обзоров, там, снимать, допустим, что-то, если интересно, чтобы померить можно было. Вот, он легкий, очень легкий. Так, нолик. Очень классный, мне очень нравится этот штангенциркуль. Вот, другу мы заказывали металлический, и он такой был более тяжелый. А этот, ну, классный, легкий, и мне очень нравится. В том, что он обнуляется, и вот, и показатели совпадают с шкалой. То есть показывает он четко, очень классный в таком контейнере. В общем, мне очень нравится. Ну, реально, реально бомба. Я очень доволен. Вот, в таком вот пластиковом контейнере. Он, я не знаю, правильно его, неправильно запустил. В общем, буду использоваться с удовольствием. Он мне очень понравился, только я его забыл выключить. Вот, я думаю, он и сам должен выключиться через время. Но на всякий случай я его выключил. Класс вообще. Это вот, ну, как бы... Одно из лучшего, что я сегодня получил. Так. Вот.
Дальше. Далее вот такая вот подставка для телефона. Их уже есть несколько штук у меня, они у меня очень понравились, я их назаказывал. Из это вот данная из GearBest, еще идет с Gamis, наверное, штук 5 таких подобных подставок. Вот, ну, в разных магазинах заказывал, везде, где были акции, в общем, заказывал, не знаю, штук 5-10, наверное, идет. Вот, подставочка теперь черного цвета, у меня уже есть, получается, одна синяя и одна белая. Вот, это с GearBest заказали. Так, далее. Далее у нас стекло для Redmi 4X. Стекло я покупал перед тем, как покупать Redmi 4X, но ни стекло, ни сам телефон мне не пришли. С телефоном была такая ситуация, то есть он не дошел, почтой Сингапура его отправляли. Вот, я написал, открыл трек магазин, магазин пишет, что друг, прости, но ты не оформил страховку, поэтому мы вернем тебе 50% от твоего заказа. Покупал я, напомню, Redmi 4X 32-гигабайтную версию за 109,99, то есть по акции. Сейчас он там в районах 130 долларов стоит, и естественно, как бы меня не устраивает, ну, как бы, они написали, что вернут 50%, я написал, ну, вы шутите, какая страховка, то есть не сходите с ума, я через PayPal верну деньги в любом случае, так что давайте вы там останавливайтесь и вменяйтесь. И они мне написали, что мы вернем тебе деньги. Я говорю, мне деньги не подходят, потому что товар я покупал на подарок, вот. А во-вторых, что он сейчас стоит дороже, чем я его покупал. Соответственно, вышлите мне новый. И вот они меня помурыжили, наверное, несколько дней и выслали. Далее, опять же, почтой Сингапура выслали, выслали повторно. Вот. Так, вот здесь тоже приклеено. Вот, отлично идет Эслинг. Вот такая вот салфеточка. Причем две их, два комплекта, я так понимаю, здесь влажная салфеточка, давайте откроем, посмотрим. Идет два комплекта, получается, влажная салфеточка и сухая, вот раз, и вот два, то есть два комплекта салфеточек. Это, наверное, если с первого раза не получилось что-то, так, оторвал пакетик, вот, если с первого раза не получилось, то можно воспользоваться вторым. Ну, насколько я понимаю, иначе зачем два комплекта? И здесь два стекла, ребята, вот и почему и два комплекта. Мне положили два стекла, и я думал салфеток просто для того, чтобы если вдруг что. А тут, получается, два стекла положили. Вот стекло для Redmi 4X, ну, приложить его ни к чему пока. Вот, и вот второе стекло. Когда придет сам телефон, мы будем клеить стекло на него и уже посмотрим, как оно сидит на нем. Вот, ну это круто, как бы по цене одного стекла, причем покупалось это по скидке. Я сброшу, в описании будет ссылка на акцию, на эту, по которой я покупал. Молодцы, вот, доволен, это, наверное, за мои мучения с телефоном, за ожидание. Вот, ну покупалось это все, то есть я напомню, что эти все посылки, они зашли на таможню моей страны, начиная с где-то 9-10 ноября, то есть они заходили, но, видать, из-за высокой нагруженности они все бестрековые, соответственно, они никому не нужны, и их не пропускали дальше, и сейчас, наверное, разгреблись они, таможня разгреблась с трековыми посылками, и решили все-таки начать отправлять бестрековые, и вот пришла сегодня такая вот гора посылок. Далее, давайте потихоньку заканчивать, потому что очень долго. Вот, уже было у нас гирлянда, это есть в обзорах, можно посмотреть. Я попробую добавить видео сверху с обзором, где эта гирлянда рассматривалась. Вот, включать ее, подключать сейчас не буду, чтобы не тянуть время. То есть гирлянда классная, я их накупил, наверное, штуки 4 я еще купил после этого. Не помню, по-моему, по 2,99 я их покупал. Вот, откладываем. Вот эти батарейки NLoop. NLoop, я сегодня попробую их поставить на зарядку. Это 3А NLoop заряжаемые. Сколько у них тут получается? Где прочитать? 800 мАч. Я поставлю в Litokalu Li 500 их на ночь и проверю. Ну, или не на ночь, вечером поставлю. И проверю, сколько они занимают.
сколько реально внутри в них помещается, и фотографии добавлю в видео. Так, откладываем. Далее, вот такая вот гирлянда. Гирлянды уже были тоже несколько было. Вот, все они прикольные, все они работают. Это белого цвета, прикольно тоже, с какими-то там зелененькими диодиками. Ну, в общем, они все вот эти уже гирлянды у нас рассматривались. Вот, я купил, это я еще покупал из старой партии, получается, пришли. Потом я еще купил 6 штук в одном пакете, то есть накупил, потому что они реально прикольные. Да, в них много батареек нужно, да, по 3 АА батарейки, но люди переделывают их в 18650, и я их поэтому накупил очень много, для того, чтобы до Нового года следующего время есть, и можно из них слепить, допустим, одну большую гирлянду или несколько от батареи 18650, а лучше вообще от питания USB. Вот, откладываем. Далее, ручка я вскрывать не буду, это Xiaomi-шная ручка, их давно уже почему-то в распродажах не было. Вот, покупал я ее для друга, подарить ему на Новый год, но получается, она приехала немножко позже. Вот, ручка уже тоже была у нас в обзорах много раз, поэтому мы ее распаковывать не будем, я ее подарю другу. Далее. Далее, вот такая вот флешечка. А что у нас это за флешечка? 8 гигабайт, Made in China, Color Mix. Сейчас мы ее раскроем. Идет переходничок и сама флешечка. Я не помню, с какого это магазина было. Вот, но картридер. Флешка на 8 гигабайт фирмы ZP. По-моему, Gearbest я ее покупал. Вот, и получается, здесь можно и так ее вставить, да, или так. Вот, и можно через переходник. Вот, и вставить уже в USB или в microUSB. Фотографии добавлю скорости, замер скорости ее через этот переходник. Добавлю здесь фотографии. Далее, сразу взял очки, потому что я увидел здесь вот такую вот вещь для очков. Очки, кстати, Xiaomi-шные очки, они не так, на них не так садится пыль, они не так пачкаются, то есть у них, видать, какая-то защита на стекле, они не так пачкаются, как обычные очки, которые я покупал на AliExpress. Вот так это выглядит, здесь такие вот две беленькие подушечки, вот, и получается, вот так я вставляю очки и протираю их. Кстати, прикольная вещь, потому что, ну, реально очки, когда падают, пачкаются, ты обычной тряпочкой их, ну, неудобно их протирать пальцами, там, то пальцем заденешь, то еще где-то, то остаются отпечатки вот здесь по краям очков, вот, но, и поэтому, вот, я взял такую штуку попробовать, не совсем она удобная, да, то есть, вот, берем вот так. Но чистит, видно невооруженным взглядом, что оттирает очки хорошо. Вот, такая вот классная вещь для очков, у кого есть очки, актуально если. Хочу еще купить себе для очков много одноразовых салфеток, вот подобных вот этим, которые влажные идут в комплектах с стеклами. Маленькие салфеточки, они открываются с пакетика, протер очки один раз, и все, и можно дальше пользоваться. Хочу, еще пока не искал, как бы, но задумал, найду, куплю, выберу себе и купим, посмотрим на такие еще салфетки. Пока буду пользоваться этой штукой. Дальше у нас, вот что это у нас? Что это у нас? Вот, только что мы, когда сумку открывали, мы смотрели, там был вот этот нож ZenMax, он очень классный. Мне очень нравится и качество, и сборка, и, ну, все-все-все мне в этом ноже нравится. Он реально прикольный, бомбовый, и я его ношу, в сумку положил. А это я решил заказать себе еще, тот у меня серебристый, а этот с черным заказал. Вот, по-моему, еще один я заказал, тоже серебристый. Вот. Ну, тот уже пойдет, наверное, кому-то на подарок. А вот черненький и серебристый будут у меня. Уже был на него обзор более детальный с открытием всех этих ножей. Вот, и лезвий. Поэтому останавливаться тоже на нем долго не будем. Вещь классная, качественно сделана, бомба.
Вот, и выглядит она очень хорошо в такой классной коробочке, что можно ее на подарок презентовать. Далее. Далее это у нас тоже, наверное, какой-то мультитул. Вот, такого я еще не получал мультитула. Тоже часто бывает в распродажах, и я как бы тоже не смог его не купить. Вот, то есть тут несколько таких вот штук. Отверточка, штопорец. Так, давайте по очереди посмотрим на них еще раз. Вот, здесь есть карабин, для того, чтобы можно было зацепить. Три дырочки, я не знаю, но, наверное, просто для красоты. Далее, вот здесь у нас открывачка, вот такая. Ножнички. Далее, еще вот такая вот открывачечка. Пила. Пила тупая. Не знаю, что ей можно пилить. Вот, зубчики есть, но она абсолютно тупая. Ей ничего не распилишь, наверное. Ну, или я не знаю, для чего это, как бы, может... Просто я увидел, что вот здесь есть еще одна пила, и которая реально острая. То есть, а для чего вот эта вот тупая, я тогда не знаю. Я в походы не хожу, как бы, в такие, чтобы... Ну, типа выживания, как... Bear Grylls, или как его там зовут. Здесь какая-то смазка. Масло, ну какая-то. Ну, может, не масло, вот машинное, наверное, масло. По запаху, как машинное масло. Вот немного смазки здесь есть. То есть немножко он смазан. Давайте нож посмотрим, нож заточен. Нож. Вот, как бы это основная, основная как бы вещь, которой я пользуюсь в этих мультитулах. Вот, он немножко под углом, видите? Вот, давайте попробуем его на остроту ощущений. Ну. В общем, режет острый. Мне очень понравился. Буду пользоваться им. Так, это ZenMax, инструкция отсюда выпала. Вот, такой вот мультитул. Откладываем его, пойдемте дальше. Дальше у нас свисток Xiaomi Wi-Fi. Я покупал их 3 штучки, у меня их есть 2, уже я ими пользуюсь. Вот, на 150 мегабит в секунду он. Вот, обычный свисточек, очень классный. Подключается, настраивается быстро, то есть никаких проблем с ним нету, вообще бомба. Поэтому я купил, мне тогда еще распродажи много были, часто на него, и я купил, чтобы был запасной, потому что такая штука, которая может пригодиться. Вот, далее, что это за маленькая коробочка? Ага, да, гигрометр и термометр в одном, два в одном, уже было несколько штук. Вот, батарейки показывают нормально они, все, я еще купил один на запас. Так, далее, еще один кабель для наушников КЗ. Давайте его распакуем. Этот кабель я купил специально, потому что у меня, как оказалось, я купил предыдущий. Я думал, что у них разницы нету. А еще есть, как бы, оказывается, у наушников КЗ есть разница, для каких наушников какой кабель, потому что по форме у некоторых наушников идет прямо коннектор, сейчас покажу. Вот, идет прямо, и видите, вот этот, который у меня прямо Bluetooth, я его за счет того, что загибаю, он вот здесь уже начал немножко вот так портиться, потому что к моим наушникам, вот этим, которые идут, к ним должен быть под углом вот подобный. То есть вот так должны бы ходить уши под углом. И у меня, я поскольку купил прямые для, получается, KZ ZS5. То есть не для тех наушников я взял Bluetooth. Поэтому пришлось еще заказать уже правильные Bluetooth
шнурочек, адаптер. В комплекте идет инструкция, зарядочка, вот USB такая, маленький шнурочек, зарядочка, очень прикольный шнурочек, вот, микро-USB на USB, коротенький он идет. Вот, и сами на сам Bluetooth шнурок. Вот так вот серьезно все закопано. И вот он так выглядит. И очень-очень под углом. То есть мы вот так вот втыкаем. Или так. Подождите. Ага, вот так. Вот. Вставляем в ухо. И вот так у нас получается. То есть под углом, вокруг уха. Очень вот эта вот штучка нам нужна. Вот такая была. Вот, более детально уже эту штуку я, там еще идут КЗ-ЗС-5, по-моему, наушники, ну и я более детально про это расскажу уже потом. То есть сейчас звук в этом ролике пишется на Bluetooth, эти наушники, вот такие наушники, которые я только что показал. Ну и последнее, самое интересное по версии моего сына, это вот фонарики. Я уже много раз их в разных обзорах рассматривал, эти фонарики уже, вот черепашки приходили уже, вот черепашки, кстати, с оранжевым, с красным, у них как бы они черепашки ниндзя отличаются по маскам, да, и по оружию. Вот это вот Рафаэль, получается, два Рафаэля пришли, и вот этот, я не знаю, с ниндзючи или как там их называют, эти оружия. Давайте откроем. Вот, историю я рассказывал уже, ребенку понравились, в магазине в одном были в офлайне. Вот, нунчаки, это кто, Микеланджело с нунчаками был или кто? Если кто знает, напишите в комментариях к ролику. Вот. Вот такой вот красунчик, давайте. Класс. Вот, ну и давайте раскроем одного Рафаэля. Одного мы не будем трогать, его отложим сразу, а второго раскроем. Рафаэль есть уже у ребенка, и я постараюсь их выстроить, всю коллекцию, что есть, выстроить сегодня и сфотографировать. Будет фотография добавлена, какая коллекция этих фонариков есть уже у сына. Так, вот так вот Рафаэль, и давайте тоже между собой они. В общем, классная вещь, очень мне нравятся они, ну, бомбовые вообще. И ребенок без ума от них. Ну, вообще от всех фонариков, не только от этих черепашек ниндзя. Вот они классно сделали. Немножко есть, видите, по пластику заусенки небольшие. Ну, оно все легко канцелярским ножичком разглаживается и равняется. Вот, конструкция внутри тоже очень простая. Мы уже одну шоколадку, или как ее там, уронили в воду. Я ее разобрал, чтобы просушить. Там все легко разбирается, собирается. Если я найду, я уже делал фотографии. Если я найду фотографию эту, которую делал, когда разбирал, я ее вставлю в видео. Так, пока откладываем. Далее. Далее. Вот этого еще не было у меня. Я их заказал 3 штуки. И он сделан, вот они, сделан он не из пластика, а из резины. То есть тоже есть вот косячки по швам. Но он сделан из резины. Он реально немножко гнется. Этот прилог, и что это? Он просто Супермен, он без фонарика, что ли, да? Это просто брелочек. Вот, я думал, это тоже фонарик, и купил их аж 3 штуки. Блин, расстройство какое. А это просто брелок на ключи в виде котика, капитана котика Америка. Катетана, или как-то так получается. Катан Америка, вот так, Катан Америка, ха-ха. Вот, ладно, купил 3 штуки, думал, они тоже светятся, не доглядел.
Ну ладно, теперь вы знаете, что вот этого катана, он не светится, он не фонарик, он просто катан такой резиновый. Вот черепашка-ниндзя рядышком, посмотрим. Вот, давайте дальше. Бэтмен. Бэтмен это по заказу Гостелерадио. Как ты открываешься, Бэтмен? Придется разрезать. Вот, Бэтмен. Красивый Бэтмен. Классный такой. И кнопка у него у всех вверху, кнопка, да? У черепашек и у других. А у Бэтмена, видите, сзади кнопка. Давайте. Звук тот же самый. Светит тоже хорошо. Вот так выглядит Бэтмен в коллекцию ребенку. Тоже показываю, выключу. Ну и последний уже на сегодня товар. Затянулся такой длинный видос получился. С вот таким вот мастером Йодой, если можно его так назвать. У него кнопка тоже вверху, тоже глаза светятся, какая-то дырочка на шее. Вот он так выглядит. Давайте посмотрим, как он. Смотрите, здесь у нас нету все они вот эти вот штуки. Получается, у всех как бы у некоторых одинаковый, да, вот такой вот звук. Вот получается Бэтмен такой вот звук, черепашки ниндзя такой звук, и по-моему вот эта квадратная, как ее, желтая, сейчас найду, секунду. Вот нашел из предыдущего обзора. Вот эти они говорят I love you как бы. Не знаю, услышите вы или нет видео, вот, ну типа I love you. Ну и единственный вот этот мастер Йода говорит вот такой вот. Он смеется. При монтировании видео, если звука не будет слышно, я попробую записать его отдельно куда-то. Потому что он очень прикольно смеется. Так, для проверки кабеля мы возьмем телефон Li Echo. Вот так вставлен, получается, магнитный переходник. Неудобно снимать. Вот. Вот он вот так торчит немножко. То есть, ну, если в чехле будет, не так будет заметно. Вот, кабель мы вставили в зарядку Li Echo, поддерживающую Quick Charge. Сейчас у нас немного неудобно на индикации вот такие вот показатели. Вот. Кабель уже подключен. Давайте присоединяем. Вот кабель у нас. Получается такой синенький огонечек. Подсоединили. Пошла зарядка. Лампочка индикация не поменялась. Синяя как и есть. И... давайте посмотрим, что показывает у нас здесь. 1,17 ампера выдает. Ну, довольно неплохо. 1,16, 1,15. То есть, ну, 1 ампер выдает 5,19. Нагрузки у меня нету, к сожалению. Поэтому вот так проверяем. И давайте сейчас посмотрим, сколько родной кабель Li Echo выдает ампер. Подключил родной кабель телефона с родным кабелем, с родной зарядкой. 1,38 и 9,22 вольта получается. Смотрите, то есть показатели в два раза больше, и пошел Quick Charge. Почти 2 ампера выдает. Вот, и получается вот этот кабель магнитный, он в два раза слабее. То есть, видите, здесь 8,64 вольта, 1,84 ампера. Но этот телефон у нас сейчас заряжен на 75%.
Вот, через пару минут 5,22 вольта показывает 1,47 ампера. То есть, вот. Ну, когда оно скачет туда-сюда, вот. Ну, в любом случае, кабель родной, он показывает в 2 раза больше показателей, чем вот этот магнитный. То есть, получается, на магнитном будет заряжать, но в 2 раза дольше, как по мне. Вот. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!